Жан-Мишель Жар, единственный, кто, как кажется, узнал состав средства Макрополоса, продлевающего молодость, делает короткую остановку в Монако. Он дает концерт, потому что его об этом попросили. И на эту просьбу нельзя, невозможно было ответить отказом. Сегодня нам всем жить в этом мире неуютно. Мы в растерянности. Новости, которые мы видим или слышим, по большей части мрачные. Но мы все хотим мечты. Мы хотим окунуться в детство. Если хотите стать беззаботными, мы нуждаемся в сказочных сюжетах, в принцах, принцессах, любви и свадьбах. Жан-Мишель Жар дает концерт в бухте княжества в честь женитьбы князя Альбера. В музыкальном смысле это будет, скажу так, динамично, в духе времени. Ну и, конечно, несколько вещей, которые, как мне кажется, вполне вписываются в настроение предстоящего события. Разумеется, что концерт будет для всех, вход бесплатный. Ну а потом музыкант продолжит свое всемирное турне.